Многие люди считают, что Ротенберг заканчивает карьеру. И сразу носилки появляются на поле. Я думаю, что это что-то очень серьезное. Психологически тяжело и физически. Но, если честно, я сразу принял решение, даже когда на носилках меня уносили с поля, я понимал, что я обязательно вернусь. Травма – это часть футбола. Я не первый и не последний. И я прекрасно понимаю, что если хочу быть востребованным в таком большом клубе, как «Локомотив», я должен вернуться в два раза сильнее. Команда – это как настоящая семья. Такой тяжелый момент, потому что хочется быть с ними, а не одному педали крутить. Ты вроде бы где-то рядом, а сам понимаешь головой, что у тебя еще впереди 5-6 месяцев. Но спасибо большое ребятам, тренерскому штабу, врачам, массажистам и физиотерапевтам. Они очень сильно поддерживают меня, и благодаря им я прямо чувствую, что восстанавливаюсь быстрее. Я хочу показать пример своим детям. Важно, чтобы они видели, что иногда бывает очень тяжело, но ты должен из этих сложностей выйти победителем. Нужно верить в себя, много работать, и тогда все получится. Многие люди считают, что Ротенберг заканчивает карьеру. Но история Ротенберга на футбольном поле еще не закончилась.